Доброе утро. Вот так начинается утро у нас в Японии. Олимпийская деревня, где парусный спорт в Иношиме будет проходить регата. Вот так выглядят карантинные ограничения. Вот забор, который ограждает именно корпус отеля. Бассейн даже огражден, куда нельзя. Мы находимся просто в помещении, и выходить никуда нельзя. Кроме как нас возят на базу, где будут проходить соревнования. Все, вот. Утром дождь, обещали плюс 40, но сейчас не плюс 40, а всего лишь где-то градусов 30. Ну и дождь каждый день, по утрам особенно. Вот так выглядит столовая у нас. У каждого своя маленькая кабинка ограждена на столе. Вот каждый садится и ест. Вот так японцы придумали в антиковидное время проводить соревнования.